Авентура, Флорида. Спланированный пригородный город на севере-востоке округа Майами-Дейд, 15 миль к северу от Майами, и является частью столичного района Майами. Авентура – один из самых новых, оживленных и расположенных в самом центре городов Южной Флориды. Его выгодное расположение предоставляет жителям и гостям непревзойденные возможности для активного отдыха и приключений на прибрежной территории. Для многих Авентура является синонимом шопинга. Авентура Молл – это крупнейший во Флориде с более чем 300 магазинами, заманчивым фуд-холлом, разнообразными развлекательными заведениями и захватывающими арт-инсталляциями. Это одно из лучших мест в Большом Майами и Майами-Бич для шопинга и семейного отдыха. Прекрасные жилые районы Авентуры, элегантные кондоминиумы, поля для гольфа и рестораны расположены вдоль всей береговой линии. JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa – еще одна достопримечательность. На просторном курорте есть два поля для гольфа, оздоровительный спа-центр, несколько бассейнов и два фирменных ресторана. Здесь вы также найдете аквапарк Tidal Cove с семью водными горками, ленивой рекой и симулятором серфинга. Чтобы получить незабываемые впечатления, поужинайте в одном из курортных ресторанов. Лично мы влюбились в этот район, и он стал для нас лучшим на сегодняшний день. И чтобы понять, насколько он хороший, понравится ли вам, то надо обязательно остановиться там на недельку и получить свои незабываемые впечатления. Sunny Isles Beach, спрятанный среди северных пляжей Большого Майами, представляет собой райское туристическое направление, предлагающее семейные номера и достопримечательности в желаемом месте между прибрежным водным путем и Атлантическим океаном. Здесь гости могут расслабиться на обширных участках нетронутого пляжа, заняться йогой при лунном свете, насладиться великолепными морепродуктами, посетить концерты под открытым небом и даже порыбачить с пирса в этом районе. И если им удастся вырваться из этого оазиса, есть много близлежащих достопримечательностей для изучения от центра Майами до Саут-Бич, от Белл-Харбор до Эверглейдс. В дополнение к непринужденному роскошному очарованию Sunny Isles Beach есть несколько очень практичных удобств. Легкий доступ к аэропортам и круизным терминалам Майами и Форт Лодердейл. Хорошо интегрированная сеть региональных вариантов общественного транспорта и CAB Shuttle, предлагающая бесплатные поездки в его пределах и в близлежащие города, что очень удобно. Какой вывод? Sunny Isles Beach – это отличный вариант для отдыха на выходных, пребывания до и после круиза, а также небольших встреч. Как только посетители ощутят беззаботную гостеприимную атмосферу, они захотят остаться подольше и приезжать сюда почаще. Также здесь есть широкий выбор жилья и всех удобств, которые вас более чем удовлетворят. Не забывайте все ссылки в описании. We'll be right back.
Key Biscayne – это небольшой остров в Атлантическом океане, который отличается живописной красотой и великолепными пляжами. На небольшом острове площадью около 1,5 квадратных мили живут около 13 тысяч человек. И поскольку это низменность, данный район эвакуируется первым, когда надвигается ураган. Этот остров славится прекрасными пляжами. И, конечно, самые знаменитые из них вы можете найти внизу в описании под видео. Мы были на пляже Crandon Park Beach. Хотя это небольшой остров, тут очень много возможностей для различного вида отдыха. Поэтому вы сможете провести тут незабываемый день. Это тихое место предлагает такие виды отдыха, как... Прежде всего, вы можете посетить пляжи Key Biscayne. Хотя это небольшой остров, тут есть удивительные пляжи. Во-вторых, вы можете посетить старейший маяк, который находится в национальном парке Billbecks Cape Florida State Park. В-третьих, Key Biscayne – это удобное место для велосипедистов. Вы сможете прокатиться по велосипедной дорожке длиной 1,5 мили. Кроме того, тут можно насладиться кайтбордингом, греблей на байдарках. В определенных местах на острове есть возможность поиграть в гольф, волейбол, теннис. Также вы можете заняться рыбной ловлей, плаванием и устроить пикник с семьей и друзьями. А можно заняться подводным плаванием и получить опыт изучения подводных красот в кристально чистой воде. А еще вы можете отправиться в путешествие на каноэ при лунном свете продолжительностью 150 минут, чтобы насладиться ночной романтикой этого места. На острове немного ресторанов, но все они хорошие. Под видео я оставлю название и описание, и вы сможете выбрать понравившийся. Огромнейшая территория. Люди вон приезжают, делают барбекю, столики занимают. И на целый день. Все как у нас. Только океан вместо озера. И пальмы вместо деревьев. Зеленый и фиолетовый флаг. А зеленый обозначает, что ветра, нет волн, урагана, в общем, благополучно можно плавать, но висит фиолетовый. Фиолетовый обозначает, что dangerous life, то есть, что опасная какая-то жизнь. То есть, может быть, ежики, может быть, акулы, может быть, какие-то водоросли, микробы, бактерии, быть в воде, то есть, какая-то живность опасная, которая... не благоприятствует тому, чтобы человек безопасно плавал в воде. Поэтому люди в основном вот по коленку там бесятся. Плавать это не назовешь. Честно, я даже не хочу заходить и мочить ножки. Вот нет желания вообще. Но, тем не менее, вон люди купаются. У нас же, где мы плавали, я неоднократно постила в Инстаграме и делала мини-видео. Можете посмотреть шорцы. Красивейшая вода, красивейший песочек, красивейший берег. В общем, такого нет. Ну, опять, может быть, это сезонно. Я не скажу, мы сюда приехали первый раз. Я прочитала в интернете, что считается один из самых красивейших пляж, такая лагуночка. Решили поехать посмотреть, снять, показать. Но я разочарована.
Весь Майами как на ладони. А вон впереди круизные лайнеры. Красота. Майами – это крупнейший мегаполис на юге-востоке штата. Многочисленные пляжи, клубы, рестораны и модные магазины влекут сюда тусовщиков со всего мира. Но Майами не только идеальный город для развлечений, но и важнейший финансово-экономический центр страны. Именно здесь базируются международные банки, крупные корпорации и известные звукозаписывающие и телевизионные студии. Туристы съезжаются в Майами, чтобы отдохнуть и расслабиться на золотистых пляжах Атлантики, потанцевать в ночных клубах, посерфить и побродить по модным галереям или отправиться в незабываемый круиз по Карибским островам. В несмолкающем курортном городе, где небоскребы и бизнес-центры соседствуют с пляжными домиками и виллами знаменитостей, обязательно найдется нечто особенное для каждого путешественника. Когда туристы говорят про Майами, то обычно они имеют в виду город Майами-Бич, который находится на острове, отделенном от города Майами заливом Бискейн. И именно здесь, вдоль Alton Road, Collins Avenue и Ocean Drive, и расположено большинство крупных курортных отелей, как в Лас-Вегасе на Стрипе, куда люди приезжают в отпуск погреться на солнышке на лучших пляжах. Сердце Майами – это, конечно же, даунтаун с его бесконечными небоскребами. А на крышах этих небоскребов организованы смотровые площадки с великолепным видом на город. Архитектура даунтауна – это не только небоскребы, но и очаровательные здания 30-х годов прошлого века. А еще здесь повсюду мосты и каналы с сотнями роскошных яхт и катеров, ежедневно отплывающих от пристани. Однако останавливаться в даунтауне не слишком удобно. Вечерами тут немноголюдно, к тому же добираться до пляжей довольно далеко. На курорте представлены отели практически всех известных мировых цепочек. Если говорить о качестве, то все они на уровне, вне зависимости от числа звездочек на фасаде. Всего в Майами более сотни отелей, среди которых, как говорят местные жители, не найти двух одинаковых. Есть утопающие в роскоши, а есть вполне доступные любому туристу. Путешественникам с детьми лучше останавливаться в северном Майами-Бич, где расположены не только гостиницы различного класса, но и апартаменты с собственными кухнями. В районе южного Майами-Бич круглосуточная шумная тусовка, поэтому здесь точно понравится любителям развлечений в режиме нон-стоп. Самые дорогие отели сосредоточены в центре города, а на побережье Майами-Бич можно поселиться в старинном здании эпохи Арт-деко. Обязательно приезжайте в Майами и убедитесь сами, насколько это прекрасное место. Часто Майами еще называют рай на земле, и вы можете сами сделать свой вывод, так ли это.